Художник-фрилансер продает свой дом за 18 биткоинов. 49-летний Шон Аткинсон решил выставить свой террасный дом в Гринсби, Великобритания, на продажу, приняв оплату в биткоинах. Он сказал: «Почему бы не загородный дом в Гринсби?», добавив, что перекрасит скромную обитель в надежде сделать ее привлекательнее для покупателей. Однако криптоэнтузиаст Аткинсон отметил, что часть суммы ему нужна будет в фунтах. «Для меня биткоин – это лучшая долгосрочная инвестиция, но, к сожалению, я не могу принять весь платеж в криптовалюте, так как часть суммы – 100 фунтов стерлингов – мне нужны наличными, чтобы расплатиться за услуги адвоката». Отметим, что в последнее время все больше покупателей и продавцов недвижимости выбирают биткоин как способ оплаты.